смотрите на показания скорости. 110, 120. Я обгоняюсь на вас. Просто мороз по коже идет. У него скорость. Вы видите скорость? 140, и он уходит. Он уходит, уходит. Знаешь, что тяжелее. 150. 160, и он уходит. Это что-то нереальное. Где такие КАМАЗы делают? Он идет на обгон. Приготовьтесь, через 1 километр контроль скорости 30 км/ч. По-моему, этим пофигу на контроль скорости. Они наваливают и наваливают. Это КАМАЗ, серьезно. Модель 4911. Заправки у них проблемы были. Я после заправки минут 40 еще ехал. Поликоны с